Сейчас будет четвертый композитор. Не могу. Очень странный. Он считал с композитором, писал музыку, а музыкальное произведение свое называл так, будто бы он художник и написал картину. Вот у него, например, есть такое произведение, называется «Девушка с волосами цвета льна». Как-то можно в музыке написать цвет волос девушки. А он такое делал. Или, например, «Затонувший собор». Как-то в музыке можно нарисовать собор, и еще чтобы он был затонувший. А у него как-то получалось. Или, например, «Паруса». Ну, паруса, это как-то нарисовать, да, паруса? А он этой музыкой делал. Кстати, попробуем давайте. Я вам сейчас сыграю два аккорда. Один из них белый, другой красный. Как вы думаете, какой будет белый, какой красный? Давайте попробуем, а? Ну, Римский-Корсаков говорил, что один из них белый, другой красный. Я играю два аккорда. Внимание. Один из них красный, другой белый. Красный, другой белый. Внимание. Первый аккорд. Второй аккорд. Он считал, что один белый, другой красный, да. А вот, а если мы сейчас еще и третий, и не скажу, какого он цвета, каким вы его увидите, только очень внимательно. Синий! Синий, точно! Синий! Вот у нас есть дети, у которых есть это, в кавычках, болезнь. Синий, конечно! Римский-Корсаков, когда его слышал, он плакать начинал. Знаете, почему? А потому что он хотел быть морским офицером. И сдал экзамен, и поступил, и окончил, а потом у него оказалось, что у него морская болезнь, и он не мог много плавать на корабле. И он, когда видел корабли, плакал, но его пожалели, царь-батюшка пожалел, и сделал его все равно адмиралом флота, только чтобы он не плавал, а приходил на корабли и слушал оркестры корабельные, которые играли, и давал им оценки. Вам надо, батенька, подтянуться, чище играть на корнете. Вам нужно, батенька, освоить как следует ритмическую фигуру здесь. Вот приходил адмирал, великий композитор, и когда он слышал эти аккорды, вот эти, он плакать начинал. Так вот, нашего четвертого композитора зовут Клод Дебюсси. Он видел все в красках. Каждый аккорд все время как художник, который клал кисточкой свои пятнышки, свои движения. Послушайте, как музыка его звучит. Иногда вообще он очень любил писать воду, как вода блестит и отражается в стекле, в зеркале, как отражается солнце в воде. Итак, это будут у нас Дебюсси. Мы имеем четырех композиторов, выражаясь немецким языком, да? А по-русски у нас есть, да? А по-немецки мы имеем. Так, слушайте, внимание. Бах, Моцарт, Прокофьев, Дебюсси. Пробуем. Сейчас попробую спеть с голосом. Замечательное настроение. У вас значительно лучше пойдет математика, все остальные предметы. Потому что, оказывается, музыка что-то там такое делает, и у человека мозг начинает работать намного интереснее, быстрее, живее. Это уже давно известно, потому что эта музыка называется пища для мозга.